Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас просто огроменный мешок заказа с любимого Василька. Это мой самый любимый сайт по ивановскому трикотажу. На моем канале уже есть обзоры на эти заказы. Мне безумно нравится и качество, и цена, и доставка. В общем, вот такой мешок одежды мы сегодня будем с вами обозревать. Поехали. Первое, что попалось под руку, девчонки, это подушки. Я заказала две подушки за очень смешные деньги. Сейчас я в накладной найду. И накладной вам в конце все цены тоже покажу и озвучу. Так, подушка, девчонки, всего 346 рублей такая. Называется «Сны Афродиты». Блин, я представляю, какая она мягкая. Вот, девчонки, вот такая подушечка. Там был разный абсолютно рисунок на любой вкус, на любой цвет. Она безумно мягкая, и что ценно, с двух сторон она мягкая. Вообще просто супер, мягкая-мягкая. И со звездочками. Так, что у нас тут написано по составу, девчонки? Так, плюш. Это плюшевые подушки. Микрофибра. Ультрастеп. Так, вот. И вторая такая же. Я заказала две, потому что в магазинах у нас такие подушки аналогичные. Стоят раз в два минимум дороже. Ну, Василек вообще, девчонки, кто еще не был на их сайте, я вам очень рекомендую. Самые демократичные цены, которые когда-либо могут быть. Можно всю семью одеть вообще за смешные деньги. Вот вторая подушечка. Я их прямо сейчас на фон поставлю. Вот так. Красота, правда? За 300 рублей. Ну, вообще, потрясающе. Вот такие подушечки. Безумно рады. Наполнение такое плотное, девчонки. Прям вот плотное-плотное. Я в магазинах подобные покупала, так они вообще худенькие. Ну, красота. Поехали дальше. Я повторяю свою покупку. Это спортивный костюм. К сожалению, размера, который я хотела, девчонки, не было на сайте. С длинным рукавом. Я взяла с коротким. У меня есть такой же костюм, только синего цвета, такого ярко-синего. Я сейчас покажу его. Я ношу его уже 2 года. Единственное, что вытягиваться в коленках начинает. Постираешь, опять возвращается в свое место. Несколько дней поносишь, и все равно вытягивается. Но это хлопок, это все понятно. Одежду, кстати, я беру на 2-4 размера больше. Всегда 2 это минимум, потому что при стирке, я уже знакома с этой одеждой, хлопок дает усадку. Имейте это в виду. Я вам все размеры, когда будем мерить, сейчас посмотреть, озвучу. У меня точно такой же костюм, только с длинным рукавом. Точнее, 3/4 есть и в синем оттенке. Так, а этот костюмчик у нас с коротким рукавом, да, футболочка. Вот как он выглядит. Внизу у нас резинка. Я вам все покажу, как выглядит на мне. И штанишки на резинке. И внизу у нас тоже резинка. Мне очень нравится, как этот костюм сидит по фигуре. Почему я повторила, да, вот здесь на штанах такой же цветок, как и на кофте. Вот. Это размер у меня, девчонки, 58. У меня мой 50-52, потому что такие костюмы, во-первых, должны сидеть свободно, не должны сидеть в облипку. Это 100% хлопок, он усаживается, имейте это в виду. Вот даже сейчас, до стирки, как бы, ну, все равно. Сейчас покажу вам предыдущий костюм. Вот, девчонки, мой предыдущий костюм, единственное, еще по нареканию, ну, цвет вот этих полосок, да, он стал бледнее, а так... Я его с таким удовольствием относила просто 2 года практически, что, не знаю, вот летом только к нему рука тянется на вечернюю прогулку, там еще куда-нибудь даже по парку. Вот видите, орнамент такой же, только цвет слегка светлее, синий. Так, дальше, девчонки, достала футболку. Так, это, по-моему, моя футболка, да, тоже в размере 58, 100% хлопок. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Тоже на лето под эти же штаны, кстати, будет потрясающе. Она черного цвета. И вот как она выглядит. Вот такой вот рисуночек. Слушайте, это моя или мужа? Моя, да, губки. Вот. Вот так она выглядит. Вот этикеточка. Футболка, девчонки, с костюмом. Сейчас скажу вам по ценам, озвучу. Цены вообще смешные. Так, футболка. Та-та-та-та. Костюм. Мой костюмчик 763 рубля. Спортивный качественный костюм 763 рубля. Так, и футболка женская 336 рублей, девчонки. 336. Вообще. Вот. Качество классное. Швы все ровные. Прошито всегда очень хорошо. В Васильке все замечательно. И горловина обработана прекрасно. Все потрясающе. Так, дальше. Лезем дальше. Что у нас здесь? Так, девчонки, это кардиган. Это мой кардиган. Уже в 56-м размере я взяла. Кардиган у нас стоит 790 рублей всего. И мне не терпится его посмотреть. На позднюю весну вечером одеть. Вот просто супер. Ой, какой он красивый. Девчонки, какой он красивый. Я вам буду делать все ставочки одежды, чтобы вы понимали, как она выглядит на сайте. Вот тут вот сбоку.
Вот кардиган, смотрите, какой низ красивый. Безумно красивый. Когда же уже настанет тепло, когда можно будет его потаскать? Он такой приятный, он такой мягкий, цвет сливовый, да? Так, это у меня тоже, значит, в 56-м размере, это тоже 100% хлопок. Он безумно мягкий, просто потрясающий. Тоже все обработано очень классно. Рукавчик, смотрите, какой. Получается у нас здесь летучая мышь и дальше вот такой. И запах. Я думала, кстати, он будет застегиваться, а у него здесь запах пришит. И вот так вот это внизу все будет дело выглядеть. Класс, вообще супер кардиган. Так, поехали дальше. Это что у нас? Это маечка, 100% хлопок. Моя тоже, девчонки, моя майка в 56-м размере. Обычная классическая белая майка. А, так, 224 рубля. Сейчас откроем ее с вами, посмотрим. Это маечка на бретелях, такая обычная маечка, подо что-то пододеть. Вверху, вот здесь, видите, кружево есть. Кружево. И вот маечка сама. Очень симпатичная. Это тоже 100% хлопок, очень приятный, очень нежный. Все тоже прекрасно обработано. Нигде не торчат никакие нитки. Все замечательно. Так, сейчас будем все с вами мерить. Дальше погнали. Что у меня тут попалось? Кардиган. 100% хлопок в 56-м размере. Так, это мой кардиган тоже. Кардиган у нас стоил... Так, баклажановый 790. Ой, девчонки, что-то не найду. А, он называется платье. Да, платье темно-синее. 889 рублей. Это такое классическое платье. Темно-синего цвета. Тоже 100% хлопок. И, смотрите, внизу вот здесь вот такая надпись. А так оно все однотонное, без карманов, по-моему. А, нет, с боковыми кармашками, девчонки, с боковыми кармашками. Тоже вот так на любой случай жизни. Просто одел и бегай. Все померим, посмотрим. Дальше. Носки мужские. Долго на них останавливаться не буду. У меня 6 пар по 18 рублей, девчонки. Ну, надо все-таки показать вам, как качество, да? Каждая пара 18 рублей. Это тоже 100% хлопок. Так, вот одну достала. Вот кому интересна информация. Я взяла короткие, потому что впереди лето. Так, открываем. И длинные уже ни к чему. Носочки все в индивидуальной упаковочке. Все прям потрясающе. Так, и еще здесь зажим. Сейчас сниму. Вот, смотрите. Обычные тоненькие носочки, да, под кроссовки. Все тоже замечательно. Нигде нет ни зацепок, никаких ниток. Носки потрясающие. Так, поехали дальше. Так, тут что у нас? Здесь костюм. Костюм 100% хлопок. Да, это мы брали папе. Здесь, наверное, костюм, шорты и футболка. Он у нас стоил. Так, домашний костюм для мужчин 630 рублей. Сейчас откроем и посмотрим. Так, шорты здесь обычного темно-синего цвета. Вот так они выглядят. С карманчиками. И футболка. Футболка серого цвета. Обрамлена как бы черной каймой, да, в такт костюмчику. Тоже все прекрасно пошито. Никаких костюмов нареканий. Дальше у нас носочки детские. Носочки детские, 5 пар, каждая по 35 рублей. За 175 рублей 5 пар. Тоже сейчас на лето бегать, на весну. Они все разных цветов здесь в упаковочке, да? Давайте одни посмотрим. 7-9 лет. Смотрите, здесь даже написано на самих носочках, да, 7-9 лет. Здорово. Так, это у нас прошито, поэтому пока покажу вот так. Вот, девчонки, какие классные, красивые носочки. Здесь на них сердечки, они прям девчачьи, цвет такой суперский. Хлопок 100% тоже. Все замечательно. И все они у нас, получается, нет, не все разных цветов. Одни розовые, двое зеленых, двое голубых. Вот, итого 5 пар. Так, и что тут у нас осталось? Пакетик убираем. Костюм для девочки. Заказала для дочки, и футболка здесь должна быть еще. Костюм для девочки бабочка 215 рублей. Открываем. 215 рублей костюмчик на лето. Так, смотрите, вот футболка. У нас здесь возраст 7 лет. Вот так выглядит футболка. На, котен, пока одевай. Так, и шортики. 100% хлопок тоже, смотрите, какая прелесть. И шортики. И еще футболку для девочки тоже заказала для дочки. Она у нас стоит...
Так, девчонки, костюм, футболка для девочки, 132 рубля. Где вы видели такие цены, скажите мне? Вот такая вот прелесть. Тоже, по-моему, 7 лет. Нет, на 8 лет мы взяли, да, на 8 лет. Вот такая вот красивая. Дочь выбирала сама. Ну, а теперь будем все примерять. Поехали. Вот костюмчик для девочки в пору, самый раз. Нравится? Да. Смотри, какой красивый. Ну-ка, повернись. Ну, вообще прелесть. Давай футболочку еще померяем. И Да. вот футболочка, она уже побольше, розовая, классная, да, Да. красивая? Ой, какая прелесть. Ну-ка, повернись. Вот такая футболочка на 8 лет, которая нам прям очень хорошо, да? Здорово. И под юбочку, рукавчик, фонарик. Красота. А вот мои носочки померили самый раз вообще, доски, класс, да? Ну, пошевели ножкой, не бойся. Супер. Все понравилось? Так, девчонки, первый костюмчик пошел. Это тот, который у меня был. Сейчас я вам тоже его покажу, который я 2 года таскаю. Чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Да, у меня был вот такой с рукавчиком 3/4, да? Вот такой ярко-синий. Вот он выглядит как через 2 года. Потому что кто-то писал, что вещи ивановский трикотаж прям застирываются, изнашиваются. Нет, все нормально с этим костюмом. Абсолютно. И с удовольствием дальше буду его носить. Так, по этому костюму. Здесь такой почти до локтя рукавчик. Достаточно длинная кофточка. Вот она где, да? И штанишки тоже по длине, все идеально. Мне безумно понравился костюм. Я вообще обожаю эти костюмы. Мне кажется, я их в Васильке буду брать столько, сколько они будут их шить. Идеальные костюмы вообще на прогулку, на лето и так далее. Так, ну и что? Вот этот рисунок, кстати, набивной, за него не бойтесь. Он всегда на месте, вот, и через 2 года никуда он не облезает. На штанах, вот, все как бы достойно. Так, а здесь веревка. Эти штаны без веревки. Если предыдущие у меня были с веревкой, и резинка здесь такая достаточно тонкая, то здесь уже резинка широкая. Очень удобная. Штаны с высокой посадкой. Здесь есть карманчики. В общем, вот так вот это все дело выглядит. Костюм классный. Я рада. Поехали дальше. Я, кстати, девчонки, люблю вот эти костюмы носить таким образом, чтобы майка была под низом. И вот так это выглядит. Это новая белая майка. Мне вот так вот нравится больше. Вот так. Я всегда, когда носила этот синий костюм, у меня другая белая майка была, и я носила ее под него. Так, по самой майке. Майка белая, обычная. Вот так она выглядит. Вот. Такая, знаете, чуть-чуть просвечивает, кстати. Вот такая вот маечка. Дальше, девчонки, платье. Это вообще полный восторг. Мне так нравится этот рукав, но мне как бы он идет. Смотрите. Получается, колени скрывает. Как раз чуть ниже колен. И оно довольно свободное. Я вообще угадала со всеми размерами. Но я знаю уже Василек, я люблю его. Я знаю, какие мне брать размеры. Платье получается на 2 размера больше. И вот оно село так, как надо, девчонки. Просто так, как надо. И оно смотрится не банально, да, за счет этого рисунка. Красота. Так, девчонки, теперь кардиган. Здесь такой же рукав, как и у платья «Летучая мышь». Блин, какой он приятный к телу просто. Надевается он через голову, да, потому что он тут пришит. И смотрите. Он, кстати, тоже с карманами. И под платье, мне кажется, и да даже под эти спортивные штаны он смотрится обалденно вообще. Кардиган потрясающий. Качество вообще, девчонки, просто на высоте. Можно поиграться с посадкой, да, кто как любит, кому как идет, с рукавчиком и кармашки. Супер. Теперь футболочка. Так, футболка у меня, по-моему, в 58-м размере, да, была, и тоже хорошо, что она была в 58-м. А рукавчик достаточно длинный, чтобы скрывать какие-то недостатки. Длина футболки такая же, наверное, как у кофты, да, от штанишек. Нормальная длина. Она, кстати, сзади длинней. Сзади она идет вот так полукругом. И сзади футболка длиннее, чем спереди. Ну, девчонки, вообще круто. Я, конечно, всем довольна. Так, еще сейчас покажу вам мужской костюм поближе. Костюмчик как раз в пору, вообще супер. Сидит Вот, замечательно. девчонки, накладная. Подробно вам показываю. Все ссылочки на каждый продукт, а также на сайт Василек я оставлю под видео в инфобоксе, проходите. И ссылочку на каждую вещь я вам тоже оставлю. Я довольна абсолютно всеми покупками. Вещи качественные, достойные, красивые. Вообще кардиган вот этот он меня просто покорил.
Так что заглядывайте в инфобокс, там много полезного. Ну, а я надеюсь, что и я тоже была вам полезна и интересна. Если это так, то ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю, целую. Берегите себя.